Думаешь, это его рук дело? А чьих же еще? Взрывы сами по себе не случаются. Ладно, но тут я ему ничего взрывать не советую, иначе я лично надеру ему задницу. Как скажешь, ковбой. Я уверен, он уже наложил себе в штаны где-то поблизости. Центр связи. Я направляюсь к тебе, но надо совершить еще одну диверсию. Взорви их арсенал в лагере. Это усилит неразбериху, и я смогу проскользнуть. Предлагаешь устроить новую диверсию для того, чтобы отвлечь их внимание от первой? Очень умно.
Окей. Вижу, ты Джек. Откуда ты знаешь? Я ждал тебя. Твоя подруга переведена в другое место. Запрыгивай. Прячься в люк. Если тебя заметят, мы оба покойники. Кто может нас заметить? Тебе лучше и не знать.
Я буду на связи. На другой стороне? Если мы поплывем туда, нас засечет радар. Будет разумнее пройти через исследовательский комплекс. А что там исследуют? Сейчас некогда рассказывать. Внимательнее смотри по сторонам. Если что-то выглядит опасно, оно в самом деле опасно. Поступил приказ от Кроу. Поднять всех по тревоге, расставить и усилить патрули и боевые посты. Нужно что-то побыстрее сделать с этим нарушителем. Черт, он тут разгуливает прямо как у себя дома. Кроу пообещал дать 2 штуки баксов тому, кто его прикончит. Понадобится побольше, чтобы я высунул отсюда свою голову. Чем 2 штуки? Зато этого хватит на обратный билет, а больше мне и не надо. Ну, конечно. Если он сюда сунется, будет иметь дело с нами, а не с теми неудачниками. Да ты крутой, однако. Посмотрим.
надеяться, что эта тварь была одна. Я знаю где. Похоже на какую-то пещеру. Понятно. Станция забора морской воды. Черт, свет вырубился. Только... Там где-то есть лифт, так ты попадешь в исследовательский комплекс. Ясно. Что там происходит? Зашло. Сейчас я до тебя доберу. Ты ничего там не видишь? Вижу цель.
следить за местностью! Ты жив? Взять этого ублюдка! Сплошной ад. Мне кажется, подорвав центр связи, ты вызвал суматоху на всех островах. Трагины воспользовались этим и сбежали. Потрясающе.
твари, они окружили меня! Что это за чертовщина? Должно быть, это Трайген. Проект доктора Кригера. По сути, они биогенетически измененные приматы. Слышим вас! Оставайтесь на месте! Шлем подкрепление! Не вступайте в бой с трекерами! Повторяю, не вступайте в бой! Ученые из главной зоны наблюдения в лаборатории Тритоп должны знать, где находится Вэл. Тебе нужно получить от них эту информацию. Отряду Альфа проверить центр управления. Отряду Бетта зачистить периметр леса. Всем повысить бдительность. Дойл, какого черта они тут делают? Это часть плана Кригера. Он изобрел сыворотку, которая изменяет каждый орган и ткань в теле подопытного. Насколько я знаю, пока он испытывал ее только на приматах. Единственный побочный эффект сыворотки в том, что она уменьшает уровень интеллекта и делает подопытных крайне агрессивными. Кригер контролирует их при помощи имплантов. Thank you.
его потерял. Тебе не скрыться! Все закрытые
нашел твоего ученого и его карточку доступа. К сожалению, теперь он не слишком разговорчив. Зато я услышал что-то о бункере. Сейчас я надеру тебе задницу. Thank you.
испытывал сыворотку на людях? Нет, насколько я знаю. Но у него есть много других проектов. Вот еще одна причина поскорее найти Вэл и свалить отсюда. Лаборатория в каньоне. Но вход в полный заблокирован. Что там творится? Найти способ попасть в Вэл. Взять этого ублюдка! Я бы плохо получил ключи. Может, кто-то повторил? Мне как раз не хватает внимания. Что здесь произошло? Thank you.
мог бы сказать, но лучше сам догадайся. Черт, куда он делся? Так, слушай, я взломал закрытый канал связи. Похоже, Вэл ведут к вертолету. Вот дерьмо. Ее отправляют на Пагава или Якутан. Тебе надо прорваться через этот бункер к взлетной полосе. Одна проблема. Все знают, что ты придешь. Да я сейчас в такой заднице, что мне по барабану, знают они или нет.
это что за хрень? Что ты видишь? Понятия не имею, но это точно не обезьяна. Не с места. Получи!
Эй, кто там ходит? Ты слышал? Чертовщина. Выходи! Я вырвал! Эй, что там творится? Мои глаза!
вижу цель. Соси! Говорит центр управления полетами. Приготовиться к прибытию борта Гриф 13. Что ты рядом с клетками Трайгенов. Если сможешь открыть эти решетки, выйдет совсем нехилая диверсия. Я тебя уделаю! Что здесь произошло? Сейчас ты умрешь! Вот здесь произошло.
Валерий Константин, ЦРУ. Выполняю особое задание. Ты не могла предупредить еще в порту? Чем я заслужил это счастье? Немногие владельцы местных яхт, бывшие спецназовцы. Ты навела обо мне справки? Обычная практика ЦРУ. Тогда ты знаешь, что я отошел от дел. Такие навыки не забываются. Зачем вам я? На этот остров был внедрен наш агент. Мы потеряли с ним связь почти 3 месяца назад. Джек, ты меня слышишь? Дойл? Миссия выполнена. Дойл, это Вэл. Где ты? Расскажу позже. Вам нельзя останавливаться. В паре сотен ярдов от вас находятся клетки с необычными драгинами. Выпустите их на волю. Это на некоторое время отвлечет охрану от ваших персон. Поняла. Необученные драгины? А что, бывают обученные? Идем. Джек, помоги мне, а я помогу тебе. Для начала от тебя требуется разнести этот регулятор. Ладно, я помогу, только объясни мне, что происходит. Приходи в архив доктора Кригера, когда уничтожишь регулятор.